В Волжском районе на Горбатовском месторождении ввели в эксплуатацию полигон по переработке замазученных грунтов. Первые результаты его работы показали журналистам. Нефтяники рассказали также и о том, почему попутный газ больше не сжигают. Мария Шпакова подробнее. Бурение скважин, эксплуатация или ремонт трубопровода – все это может привести к ухудшению состояния почвы. Не столько может сам грунт опасен, сколько в нем вот эти все углеводороды, которые находятся, и соли, которые, ну, по крайней мере, могут они немного навредить, поэтому необходимо это все переработать и сделать его более качественным. Загрязненную почву вывозят на специальный полигон. Первый такой компания «Самара-Нефтегаз» открыла еще в 2011-м. Второй в этом году на Горбатовском месторождении. Переработка и очистка грунта – процесс долговременный. Загрязненную нефть и землю смешивают с органическими удобрениями и затем переносят в зону дозревания и отгрузки. Работы по переработке ведут с мая по ноябрь. Очищенный грунт опять пускают в дело, причем на своем же предприятии. В частности, используют для создания защитных земляных валов вокруг скважин. Важнейшие экологические вопросы решают и с помощью мультифазной насосной станции Петрухновского месторождения. Попутный газ теперь не сжигают, а отправляют на переработку вместе с нефтью. С вводом данной установки в эксплуатацию, значит, прекратилось горение факела. Вот. И весь газ, добываемый, сейчас транспортируется по системе газопроводов, значит, на переработку. Такие площадки постепенно потушат факелы там, где еще сжигают попутный газ. Мария Шпакова, Вячеслав Потоцкий, новости губерния.